My name is Lauri and this is my colleague Sami and we are from Conti Finland and thanks for our Russian colleagues for invitation for participation in this Moscow Marathon. The team was also great and a good atmosphere and nice to meet the colleagues outside the office and the run went really well. It was a nice scenery and it was a bit chilly in the morning but actually that was just good for the run. Я не знаю, что движет людьми, вот просто приехать в выходной день, заставить себя и пробежать. Это, я считаю, определенные усилия над собой, вызов себе. Это самое главное. Для меня участие в корпоративной эстафете – это дополнительный стимул показать себя, показать свой лучший результат, потому что ты в команде, ты делаешь это не только для себя, но ты знаешь, что тебя ждет команда, и ты выкладываешься по максимуму. Скажем так, самое ценное для меня – это то, что мы все вместе сегодня с командой. Вот. А лично для себя – это, конечно, то, что я это сделал.